изображение. Вот так, давай. Вот так, стоять на ровненько, чтобы было хорошо. Боже, милостью будь мне грешным. Создал я, Господи, помилуй меня. Бесчестное согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Поклон делает неважно. Давайте поклониться так, чтобы рука могла пол достать. А ну-ка поклонись просто так. Ну. Давай просто поклонимся. Вот такой поклон должен быть. Вот так, Артём, давай вот так. Вот так. Руку можно не опускать. Ну понятно. Да. Давайте еще раз. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Парень не знает куда, налево, слева, направо, потом отдельно занятие. Вот этот у нас ходит в храм с родителями, и он болтает. Ну, а вот этот никуда. Они только что зашли, только приехали, мы, говорится, с поезда на машину, с машины за стол. Поэтому отдельно вот, всеми займись. Будут учиться здесь. Поклоны, чтобы были как здесь. Лоб, смотрите, ставится. Смотрите, Игнатик. Смотрите, на чрево, где у тебя пух. Ты делай так же. Где повторять? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Нет, направо. Направо, вот право. Не за воротник. И вот сюда вот, помилуй меня грешного. Вот так. Угу. И поклонись. Вот. И еще раз давайте. Самого чтобы лучшего. Рука могла пол достать. И смотри за ними, чтобы поклон был. Господи Иисусе Христе, правой рукой, правой надо. Правой, правой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Ниже, 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 ниже. Наклоняйся, чтобы рука могла пол достать. Ну, в общем, так, займешься. Хорошо. За стол садимся. Я скажу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Значит, обедать можно. Садимся. Все, садимся. Кружечки даем вечером. Очень ограниченная вода, чтобы была. Везде постелить целлофан. Независимо. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Перекреститесь. Аминь. Господи, говорите, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Садитесь. Аминь. Все, теперь отвечаю за ним. За столом, когда будете сидеть, сказал как? Сказал, инструкция проведена. На столом не наклоняется, в левой руке кусочек. Берите кусочек. Давайте. Так, подожди, я хотел отодвинуть. Так, подвиньте, давайте отодвинем. А им далеко будет, может туда им пересесть? Так. Ну все, может туда им пересесть? Ну пусть сидят здесь. Нет, им далеко будет тут сидеть-то. Ну, да скамейку, то можно сюда не трогать, тот конец ближе пускай будет. Ну ладно, пускай так будет. Так, ну, все. Полезно. Все, вас обнаружили. Нет, 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 подождите. Вот это мне наливали. Это большая, ага. Вон ту, вот порцию, подайте. Вот это вот, ага. Да, да, да. Держи. Ну, много для вас это? Надо потом, конечно, сидеть. Ну, давайте отольем, давайте отольем. Сидите под... Вы, Игнатьево, подвиньтесь. На компот добавляем, это березовка. Березовка, о, хорошо. А куда, куда, это, Игнатий? Ну, в кружки какие, ну, свободные. Вот, ну, вот отдельно, которые. Ага. Это вот для вас. Я суп. Делаю, ну, половину. Вы сюда подвиньтесь, Игнатий. А? Да, стол не задевать ногами, отодвиньте. Ноги длинные. Отлейте ему, половинку отлейте. Он не хочет. Так, смотрите внимательно. Если много, то надо отлить тогда. Да, да, да. Если много, потому что съедать надо все, чтобы было все чисто и зачищено. Я уже это говорил. Это кому? Это Владимир Юрьевич. Так, не, пониже я не хочу. Нет. Так, совсем немного. Добавляйте. Так, это если так, то чеснок. Кусочки можно размачивать. Надо? Смотри, как. Владимир Юрьевич. Раз, все. А я что, крем это самое? Я делаю половину березки, половину компоту. Да близко-то не надо совсем, они мешаться друг другу. Так, все, пошел. Ты все съешь? Не съешь, не сидят они, много им, наверное. Чуть-чуть отлейте. Отлейте. Ну, давайте, я сам. Снизу потом, за край стола чашками перейти, опрокинешь. Если нужно будет добавочное, да? Да, лучше ты им помаленьку наливать, они не сидят. И у него тоже. Так, вот, кусочек взяли, вот смотрим внимательно. Так, это все ложка. Твоя? Держи ложку. Так, вот, смотрите. Взяли, вот, сидим, вот так, на кусочек. Понятно? Прям. Бери хлеб. Не наклоняйся. Надо хлеб. Если еще нужно, то добавочное попросите, хорошо? Не наклоняйся. Он съест, может? Съешь ты, нет? Ты Егор. Съешь это все. Как ты себя чувствуешь? Угу. Съест, ну оставьте, оставьте. Точно? Все, пускай давай есть. Тогда, чтобы ничего не оставалось. Так, все.
Не наклоняйся, Егор, ты уже наклоняешься. Ты должен хлеб себе подносить. Вот так. О, здесь ешь. Приучайся, да, привыкнешь потом. Ничего, за 20 дней это... Например, им понемножку, понемножку. Понемножку выпьет. Да, да, а то не это, не выпьет столько надо. Ну ладно, слава Богу за все.